В Химкинском лицее номер 6 прошло выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На встрече присутствовали представители администрации города, органов внутренних дел и сферы здравоохранения. Профилактическая работа у нас в городе поставлена на высоком уровне. И поэтому цифры наши, естественно, сокращаются. Динамика очень положительная, не сглазить бы. Хорошая организация досуга школьников способствует правильному воспитанию. Для этого разработана большая программа. Тематические уроки, туристический клуб, военно-патриотическая игра «Зорница» и просмотр образовательных фильмов. Все это абсолютно бесплатно. Также постоянно поддерживается связь с родителями и ведется контроль посещаемости. Все это говорит о правильном курсе реализации защиты прав несовершеннолетних. До конца 2016 года в Химках запланировано еще два выездных совещания – в гимназии номер 16 и в школе номер 27.